Привет, друзья! И мы продолжаем проходить Army of Two. И у нас здесь шоссе. Давай, пожалуй, я займусь вот тем вот гадом невмирущим. Попробуй. И вот тем. О, я вспомнил, как приближать. А так, на глаз стрелял, что ли? Ну, я имею в виду, что я целился, конечно же. Ой, граната. Живой? Да. Твоя, что ли? Да. Хедшот. И еще один. Давай, высунь. Смотри. Ого. Вот это у него череп крепкий. У меня... со снопы 4 патрона осталось, так что будь добр, убей кого-нибудь, я схожу за патронами. Я вот себе внимание привлек общественное. Много? Ой, вот хорошо, что ты его привлек, потому что я вылез куда-то и меня просто не увидели пока. А гранатку не хотите ли? Бабах! О, красава. Опа, это кто? Это справа сидит и... Да. Приятно так. Хотя тоже гасит? Компания, да. Сейчас я вроде его нашел. Да, нашел его. Сейчас убью. А, он за машиной там, да? Да, вот он как раз там сидит. Да что ж ты будешь делать, а? Ой-ой-ой-ой. В трейлере? Да, я в трейлере. Сейчас я отползу туда под укрытие. Братская помощь. Мизимчик! Гад. Нате вам. Блин, улетело. А все, походу. Нет, не все, там еще двое сидят. Ну, были двое за машиной. Ты не против, я соберу все патроны. Давай. Нет, 300, думаю, мне хватит. Да я не все, тут вот. Бери, короче, которые надо. А где-то еще есть там. Собрал? Да. Что там с тобой? Да я горю. А, ну... Обычное дело. Нормальная штатная ситуация. Да. Риус горит. Ух ты, ё-моё, сколько тут всех. Ух ты, телепорт. Ой. Как я тебя в спину настрелял. Да, вообще. Там где-то щит шел. Ты там с щитом разобрался? Да вот сейчас как раз занимаюсь этим вопросом. Вот этим? Ты меня чуть-чуть опередил. Ты гранату кинул, да? А чё не сказал? Ты что, разобрался? Я как раз целился гранатой. О! Чтобы его бросить. Там впереди еще. Давай я брошу еще одну. А уже не надо. А там толпа людей, которые сейчас разбегутся. Нет, не разбежались. Ого, там толпа еще. Ха. Вот так вот, дабл килл был. Тебе оставить патронов? Оставь парочку, мне пригодится. А то я такой, эгоист. Что там делать-то дальше? Что надо куда-то залезть? Машина, автобус столкнул, точно.
Ну давай, ты у нас сильный, так что толкай. А, ну без меня, я смотрю, ты никак. Да нет, вообще. Красиво полетел. Да. Уверенно, да? Ой, тут по нам уже стреляют, мы сюда не спустились. Ой-ой, ой-ой. Можешь дыхание задерживать на снайпе? Вот чего не знаю, того не знаю. Есть он там? А что он делает? Вот смотри, я сейчас целюсь. Ну. Смотри на меня. Ну, смотрю на тебя. Вот смотри, я сейчас целюсь. Целишься? А, он приседает. Ну так точнее, вроде меньше это шевелит прицелом. Вполне возможно. И это босс, да, который завершает эту главу. Нам осталось его только усмирить. Видно, парень не из простых. Патронов у него хоть одним местом жуй. Но хватит на всех. Кстати, вот как босса назовем? Парковщик? Я бы сказал, гаишник. Гаишник, да? Сейчас мы его отвлечем немного, побежал. Пошел. Пошел? Надо обойти его сзади, чтобы выставить ему все в спину. Но кроме того, что тут есть боссик, так сказать, тут есть еще и мужики. Моя машина догорелась. Нужно бежать. Воу, 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 стреляй по нему, стреляй по нему, стреляй по нему. Вот так. Чертовская штука. Но я живой. Да ты вообще. Может быть, убьем его? Да, пожалуй, убьем. Я тут долго думал и решил его все-таки. Куда пошел? Можно поиграться с его пушкой. Давай, вот там вот. Но это достаточно будет короткая игра. Усмири, ребят. О, хорош, хорош. Я похож на него, я похож на него. Да. Рюкзака не хватает. Парковщик, часть вторая. Да, ствол, конечно, классный. Дается 400, по-моему, патронов. Кстати, не очень быстро расходуется, да? Да. Экономичная. Но, увы, уже ничего не взрывается. Здесь нас ждет конец главы.